Слава Тебе, Так, вот тут еще такое. Это день лагеря. День лагеря мы отправляем в Казахстан. Ну что? Дети, по 10 раз на кого будет. Посмотрим. Любой колокол, выбирай. Если тех, которые вас обидели, что-то взяли, я разговариваю, сейчас опять начинают сразу летать. Надо опять подождать. Понимаешь, только подошла, и уже сразу начинает песок в букву. Я разговариваю с людьми, отправляю, ничего нет, прям искусственно начинает, все пошло. Ответственный момент, люди у нас были. Есть ли кто, те, которые обидели вас? Нет. Вы совсем опыт хорошо? Я всех прошу. Сразу, не с одной организации. Так, у вас есть те, которых обидели вот эти отъезжающие? Нет! Что-то взяли, не отдали? Нет! Ничего нет, да? Поэтому мы о них будем искренне молиться. Если Господь благословит, чтобы они могли приехать, и всем троим не отказывать. Но ты лишь за зиму поверь в душу, что это есть и так. А души нет вообще жизни. Лопух на могиле, черви сожрали тебя и все надо. Из этого веры нет. Из веры, что человек подобен Богу. Бог вечен, человек вечен. А ангел, у ангела, это только дух, дух. У собаки есть только плоть. А человек имеет и плоть, и душу. То есть промежуточное звено между животным миром и Богом человек. Он имеет связь через молитву с Богом. Он близок к нему. Потому что молится. Значит, я вам всем благодарна. И простите меня, моих внуков, если бы вам принесли кому-то огорчение. Конечно, это не мелочь такая, что мы расстаемся по-хорошему. Вот. Теперь насчет расчета ты высчитал? Да. Так, за сколько высчитал? 24 400, но 6 они отдали. Да, не понял. Общее 24. Да вот теперь, которые за дополнительные дни за один месяц, это вернуть. Кого вернуть? Они не все. Я же не платила. Ну понятно. И так вы сколько пробыли здесь? 2 месяца. 2 месяца. Угу. А разницу я дошлю, у меня сейчас нет. Ну они не засылают. Вот за один месяц заплатить, а за остальное не надо. За то, что вы едете далеко, это вам на дорогу. Поняла? Так объяснить. То есть жили 2 месяца, платите за 1 месяц. Ну, спасибо. Половина. Все, я уже обдумал об этом. Но остальное там что, если на дорогу нет еще, то есть сейчас могут дать вам. Так, ко мне вопросы какие у вас? Нет. Нет никаких. Ну, я хотел, чтобы вы были на занятии, но Андрей говорит вот так, значит, его слушаться надо. Сейчас это поедим, и сразу идете с лодками расправиться. Одну лодку свернете.
вы уже гробы. А вторую лодку накачаете, прокатите и соберете по платке, сюда привезете и развешиваете. Убирать не надо, потом я могу ее заткнуть, чтобы они не сделали. И нам вторая лодка тоже не нужна, ее здесь просто подключить, а оттуда лодку привезти сюда, собрать. Поняли? Да. С вами будет один разговор. Родители будут смотреть, я вас не отправляю. Сами, пожалуйста, все в этом году. Вы потеряете завтра, но я определен вам, если вы поедете завтра, то завтра. Один раз сели, вернулись, еще нет, а дальше впереди одна темнота. У вас нет никакой возможности попасть в лагерь уже не будет. Почему? Потому что я никогда не работаю, если заранее знаю, что там пропасть, дыра. Это вредно для тела, вредно для души, для вашего бюджета. Вредно во всех отношениях ехать туда. Им надо, пусть приедут туда. Ой, я куда-то поеду. Что ты поедешь? На вокзале торчать. Ты слушай внимательно. Успеешь заедешь. Главное это вот это вот. Если этого не понимаешь, потом ты будешь понимать, то будет уже слишком далеко, уже не в отврат. Еще раз говорю, я не желаю ни одной копейки, куда отправлять мне нужно. Сегодня слышишь, нам дают что-то. Я сейчас думаю, что уже отправить масло, туда, крупы, там что-то отвезти. Да подойдешь и вместе там вытащишь, что-то на себе можно будет увезти. Утащишь это. Помогает у них семья и... Мы уходим. Дорога была полная. А то тут вообще видео. Которые ехали, я хотел посмотреть, что такая тишина, закрыли, я вот не знаю. Я так стоишь, я разговариваю. Господи, если ты христианин Божий, помилуй нас. Потом Божий. Не заботься ни о чем. Садись, подавай и иди. Нет, святую воду я не дам. Давай. Обсудите, соберитесь вместе и дайте отпор этим притязаниям на ваши души. Это прямо на ваши души посягает. Родители скажут, мы не поедем домой, вы можете нас забрать, и туда никуда не поедем. Ты просто понимаешь, что я говорю? Нет? Тебе охота ехать? Ну я же вижу по глазам-то тебя, как говорится, лукавый там мутит. Ну, ты можешь ехать. Но это очень дорогое удовольствие будет. Оно не нужно тебе. Ну поделились тебе, они знать тебя не знают, какая ты ленивая. Как не любишь чистоту. Да тебя узнают, они в дом не пустят. А тут-то мы вас знаем. Я вот это не успела натереть. А я не успела. Так, что? Запомните, сколько у вас сумочек. Все, простились, я уехал. Yes.
Татьяне Кузьминишне. Позвонишь? Ладно. Потому что она же на обед, после обеда должна ждать. Угу. Ну все, давай. С Богом. Низкий вам поклон всем. Ладно, с Богом. Братьям тоже поклон. Валерию. А, Паша, что эти не положил? Всем поклон перейти. Да, да. Алексею тоже. Так, все? Ну все, с Богом. С Богом. Да, не с Богом. Так, куда? Сколько вас? Трое? Трое. Ну, что за плед? Иди, садись. Руки не оставь. С Богом, брат.